This is Thomas Lang. Are you in room? Майкл Уинтерботтом взял в качестве основы для ленты, которая должна выйти в прокат, историю, занимавшую первые полосы газет в течение длительного времени. В квартире, которую делили две студентки, произошло убийство. В нем обвинили тех, кто в тот момент в жилье находился. Жизнь участников драмы изменилась навсегда за судебным процессом, на котором в качестве обвиняемых фигурировали Аманда Нокс и Рафаэль Соличита, наблюдали очень многие. А возможность наблюдения пристально давали им медиа. Поэтому в центре сюжета все-таки у меня не сама история, а скорее то, как о ней рассказывалось в СМИ. Меня интересовало в большей степени их роль в сегодняшнем обществе, отношение к частной жизни тех, кого судьба против их воли делает героями газетных колонок и телерепортажей. Есть, разумеется, и другие темы в картине. Это любовь и это скорбь. В главной роли Кейт Бекинсейл, а еще одну из ролей исполняет Кара Делевинь. Jessica, she's intelligent. None of that makes her a killer. What's the motive? They condemn the wrong people in the wrong order. What do you think? Мы многое изменили, мы изменили даже место действия. Все в ленте происходит в Сиене, не в Перудже. Мы сохранили лишь хронологию, сентиментальные отношения, которыми были связаны участники этой драмы. И мы придерживались тех фактов, которые были изложены в публикациях прессы. Дело по обвинению Аманды Нокс в убийстве в эти дни рассматривает Верховный суд Италии. Вердикт может стать известен уже в пятницу. Фильм Майкла Уинтерботтома появится в российском прокате 25 июня. Get out of here!